Конечно, да. Как это вам в жизни помогает? Может быть, есть какая-то история, когда вот конкретно пригодилась? Помогает не тратить свое время драгоценное зазря. Скорее да, чем нет. А в каких ситуациях вам это помогает? Говорить нет? Да я думаю, вообще в любых жизненных ситуациях надо говорить нет. Когда ты хочешь сказать нет. Я не люблю здороваться за руку. Потому что не хочу ни от кого зависеть. Человек тебе ручку протягивает, входит в твое поле жизненно важное, правильно? А я говорю нет. А если вот супруга просит кран починить, бывает иногда надо сказать нет, я хочу отдохнуть? Нет, такого не бывает. Я сам чинил, помню, сутки чинил этот кран, и там даже двое суток, но починил. Если требует ситуация, то умею. Не всегда, не во всех случаях получается сказать нет. А почему? Ну, не знаю, некоторые мои друзья, я просто не могу им отказать. Можете посоветовать тем людям что-то, которые не умеют говорить, как им научиться? Только шишки набивать, и все. Тренироваться, говорить нет. Просто ходить? Прям, да, к зеркалу подошли и сказали нет, 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 нет.